в клетке. Она в клетке стоит? Да. Хорошо. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. Она с клеткой выходит. Не может из нее выйти. Не может выйти. Хорошо. Будем так ее поднимать? Да. Защищаемый физический биоробот с защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Татьяну в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. Вместе с тонкой копией Татьяны поднимайся в комнату диагностики. Пошел, подъем. Мы на месте. Мы приветствуем Татьяну. Интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке. Доверит ли она нам свое биополе на период сеанса? Она плачет, говорит, уже доверила. Хорошо, Татьяна. Вы знаете, откуда эта клетка? Знает. Может, нам скажете? Она говорит, частично я сама себя в клетку всадила. Как нам сейчас? Я могу и разрезать эту клетку, Вера? Можешь. Влад, разрежь ее лазером. И Татьяна выходит из клетки. Клетка горя и печали. Вышла она? Да. Отлично. Я эту клетку, уменьшая в размерах, отправляю в клетку-тюрьму. Клетка в клетке. Готово. Даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Татьяны, под ногами 360 градусов вокруг нее. 1, 2, 3. Сканер сканирует все 7 тонких тел Татьяны, находит все. У нее без. Хорошо, есть. Трудно дышит. Трудно? Да, он трудно дышит, как-то как рычит. Энергии на него действовали в доме. Правильно, потому что я эти энергии туда и запустил, без. И почему ты здесь находишься, ты понимаешь прекрасно. Какой у нас бес, Вера? 9. Хорошо, идем дальше. Бес? Бес любит таблетки и лекарства. От него ведет определенный, как аура у него такая, из лекарственных энергий. Так это он потреблял их в основном, да? Мотивировал ее. Какие лекарства ты любишь? Успокоительные или какие? Антидепрессанты? Любит. И снотворное. Итак, кто еще? Лизард. В общем, у нее красный дракон, который стоит. Дальше идет гуманоид, лизард. Есть. Инкуб. Есть. И бес 9-герцовый. Итак, у нас бес, лизард, красный дракон, который в клетке, гуманоид и инкуб. Все? Да. Посмотри. Хорошо. Первый вопрос. Откуда гуманоид? Вирился. Как долго ты находишься в этом биополе? 8 лет. Понятно. Душу воровал? Отщеплял? Отщеплял. Копии отправлял? Продал. Ну, тогда сегодня будешь... Две копии. Сканер, дай мне полноту души Татьяны на настоящий момент. 78. 78%. Ну, в принципе, как мы и полагали, 22% души украдено. Часть находится в конструкции гуманоида, остальные две части он продал. Хорошо, перед тем, как мы начнем работать, сканер просканирует сейчас Татьяну на чистоте гуманоида и Сириуса, на его подключке. Чипы, датчики, импланты, конвекторы, все подсвечивается красным цветом. Ты видишь четко и ясно. Выводи это все, отключай полностью. Ничего не забывай, проверь. И все, как выходит, все его подключки отправляются в клетку-тюрьму. Не, на шее кольцо. Его? Да. Снимай. Что это за кольцо гуманоид? Оно такое широкое, и от него вниз по позвоночнику идет подключка. Что это за кольцо гуманоид? Спинной мозг. Он ее контролировал через это кольцо и внушал ей мысли. Физическое тело. Да. Вернее, сперва он мысли внушал. Потом на физическом теле пошли изменения от кольца и подключек. Он как завладел полностью ей. Ну, хорошо. И мысли, которые ей внушал, ей она принимала за свои. Поэтому она говорит, что знает, куда клетка сама себя посадила в ней. Понятно. Так эта клетка связана с Татьяной самой, да? Не с гуманоидом. То, что она себя ограничила именно этими мыслями, которые он ей транслировал, правильно? Она приняла то, что он транслировал. Итак, вышла эта конструкция. Вышла. Отправляю все в клетку-тюрьму. Начинаем с реверса энергии. В процессе работы я буду задавать вопросы, будете на них отвечать. Даю команду тонкой копии Татьяны спроецировать все энергетические и сферические каналы. От них возвращается к ним. Усилию потоки в 50 раз. Сколько находился инкуб в этом биополе? Он сидит на корточках и рычит. Это то, он показывает, как он отгонял всех от нее.
То есть никто к ней не мог приблизиться? Люди чувствовали тебя или что ты этим хотел сказать? Кого ты отгонял? Тех, кто хотел ее трогать. Она должна была вроде пойти в больницу. Это твоя работа была, что ее туда не пустил? Нет, он по другой части. Другая часть какая? Другая часть... А, понятно, хорошо. Все понятно. Итак, сколько ты находился в этом биополе? У меня не было желания. Она добивала ей желание вот этим рыком. Рычанием, понятно. Делала ее отторгающей, в общем. Она сама отторгала вот этим рыком. Хорошо. Итак, сколько ты находишься в этом биополе? Третий раз. 4 года. Красный дракон. У тебя контракт с ней, да? Да, есть такой. У гуманоида нет контракта? Нет контракта. Лизар, сколько ты находишься в этом биополе? В сердечной чакре сидел? В сердечной чакре сидел. 3 года 8 месяцев. Хорошо. И без, тяжело дышащий. Сколько ты находишься в этом биополе? 6,5 лет. О, это уже долго. Красный дракон. Я тебя еще не спрашивал, у тебя хоть и есть контракт, но ты же не сразу с рождения зашел. Сколько ты находишься в этом биополе? 21 год. Понятно. Реверс закончился. Установили фильтры золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Татьяна забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная, чистая. 1, 2, 3. Посмотри, что идет. К ней какая-то как костная составляющая идет, возвращается по суставам от подключки. От его подключек, да? Да. От вот этого кольца. Я понял. От клетки часть души возвращается. Плаксы на идеал. Готово. Хорошо. Сканер, дай мне полноту души на настоящий момент. 89%. 89%, 11% все равно не хватает. Половину уже вернули. Хорошо, начинаем с вытаскивания того, что осталось. Инкуб, выходи, снимай все, что ты оставил на своей чистоте, отключайся полностью. Возвращайся назад, докладывай о готовности к проверке. Проверка будет проведена сканером несколько миллионов герц. Если вдруг кто-то что-то оставит или забудет, он просто сгорит по каналам в клетке тюрьмы. Я вас предупредил. У него в разных местах такие круги, как репей. У кого? То есть... У инкуба? Да. Хорошо. Он ее раздражал ими и раздражал тех, кто рядом. Угу. Все снял. Сканер просканирован на чистоте гуманоида. Еще что-то осталось незамеченным. И на чистоте его подключек. На голове у нее есть подключка от гуманоида. Снимаем ее. Отключаю ее. Готово. Хорошо. Придется сделать реверс. И к этой подключке над головой выстраивается прямой канал к этой подключки гуманоида над головой. И реверсом отдаем все негативное патогенное низковибрационное, что находится в этой подключке. Пошел мощный поток, все чужеродное возвращаем назад. Туда грязь идет, темные мысли, депрессивные. Вот это он так транслировал, да? Обиды какие-то. Все выдавливаю, все идет туда. Готово. Устанавливаю фильтр с золотой сеточкой на этот канал в порядке реверса. Татьяна забирает всю чистую, светлую, божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная, чистая. 1, 2, 3. Все, что на чистоте Татьяны находится, мощным потоком пошло назад. Ну, здесь энергии идут и идет часть души. Хорошо. Свет души идет. Все, забираем по праву. Готово. Дай мне полноту души на настоящий момент, сканер. 93%. 93%. 7 не хватает, 7 как раз достаточно для 2 копий. Итак, у гуманоида мы все вытащили. Красный дракон, твои платы стоят в биополе, я знаю. Стоят они? Стоят. Выходи, снимай их, отключайся полностью. Возвращайся назад. У него одна большая плата, она на все тело, и она подключена как присосками. Отключай. Провода и присоски идут к некоторым местам. Вытаскивай. Вытащил. Хорошо, Лизар, твоя очередь. Выходи, вытаскивай свое гнездо из сердечной чакры. Чакры, как ты воздействовал на нее, Лизард? Легко воздействовать было. Усиливал все ее страхи. Понятно, хорошо. Значит, вот усилитель этих страхов — это Лизард в сердечной чакре. Контроль эмоций — это очень важно. Если его нет и происходят такие срывы, вопрос времени, когда зайдут в сущность. У нее как борьба внутри сама с собой. Вот это он усилил. Все снял. И бес у нас остался. Бес. Скажи мне, где находится лярва в биополе Татьяны? На шее находится. Только на шее?
На голове. Еще где? Живот. Хорошо. И ноги, да? Ногах. В ногах затемнение. Ты хочешь получить эти лярвы из затемнения? Хочу. Значит, выходи сначала, вытаскивай все, что ты оставил на своей чистоте. Отключайся полностью на месте, доложи, что ты все снял. И я дам тебе отдельную команду на лярвы из затемнения. Приступай. Ну, он снимает как колготки с ней, на руках есть его подключки. Дергал. Готово. Хорошо, разрешайте забрать эти лярвы, все лярвы и затемнение в ногах. Приступай, возвращайся назад. Лярва на шее, она переходила на грудную клетку и не давала ей дышать. У нее как не хватало воздуха. Как спазм идет, когда воздуха не хватает. Я сейчас увидел, да. Готов. Итак, все убрали. У нас не получится сейчас ее рассинхронизировать из-за контракта. Поэтому я обращаюсь сейчас к Татьяне. Татьяна, вы заключили, как дракон сказал, две жизни назад с ним контракт. Дракон расскажет об этом контракте? Татьяна помнит об этом контракте? Очень отдаленно. У нее сейчас полупустое тело. И энергии, конечно, нет. Значит, тогда мы будем работать по нашему сценарию. Татьяна, вы хозяйка своих энергий. Вы хотите расторгнуть контракт с этим драконом? Хочет. Хорошо. Повторяйте за мной. По закону свободы воли души и свободного права распоряжаться собственными энергиями, Татьяна взяла ответственность за свою жизнь в свои руки и выразила это намерение. Я говорю вслух, ее тонкая копия повторяет за мной. Я. Всякого рода дополнение к соглашениям, контрактам и договорам. Договора выходят активно и подсвечиваются. У меня вышел контракт с драконом, он красным цветом, он живой. Хорошо. Поставим монитор, экран и посмотри происхождение этого контракта. Какие были условия, когда был заключен? Это 1602 год. Да. Она в тюрьме. Угу. И у нее будет как суд. Какая страна? Не такой, как сейчас. Это будет решение одного-двух людей. Да. И ее будут ликвидировать. Ликвидировать ее будут показательно на площади, пока не решили сжечь или повесить, повеселить народ. И что происходит дальше? Дальше дракон ей предлагает свои услуги там же, в тюрьме. Ты как, дракон предстал там перед ней в своем обличье и предложил свои услуги, или как мне это себе понять, представить? Так и предстал. В таком положении она была, что ей не нужен был другой свет. И согласна как? На все было. Она дала свое согласие на что конкретно? Что ты ей предложил? Вытащить ее из тюрьмы? Да, он затуманил. Охранником? Голову. Нет, судье. Он признал ее невиновной, полностью отпустил. А за что ее судили, считая информацию? Ее судили, в принципе, ее поймали за воровство, но здесь как снежный ком, чтобы веселить толпу, ей навешивали разные преступления. Другие преступления. Ну, в принципе, ничего. Это было шоу, раньше не было другого. Толпу надо веселить. И какая это страна? Англия. Англия. Хорошо, убираем этот монитор. Итак, мы разобрались с этим контрактом. Повторяйте за мной. Внутренней властью моего суверенного я объявляю, что контракты и договора по закону свободы воли души и законному праву распоряжаться собственными энергиями. Пошел возврат энергии, если таковая есть. А она есть. Что идет, посмотри, Вера. Ну, к ней идет понимание. У нее в этом контракте, сейчас скажу, идет понимание того, что бы она ни сделала, это нужно принять и простить себя, иначе она будет мучиться всегда. Ощущением в себе придет спокойствие. Скажешь, как вернуться энергия? Готово. Открывая воронку в галактическое ядро и производим сброс всех аннулированных контрактов и договоров вместе с их фантомами. Все уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатаю, растворяю. Аннулировано. Готово. Хорошо, возвращаемся к нашему процессу рассинхронизации. Даю команду на рассинхронизацию Татьяны с этой клеткой, в которую она пришла, бесом, лизардом, красным драконом, гуманоидом Сириуса, его конструкцией, кольцом и подключкой над головой и инкубом. Пошла рассинхронизация до 100%, заканчивается автоматически. Она трет руки, щупает себя, от нее как выходит... Какой туман какой-то идет ко всем. До 100% все уходит. Готово.
Подхожу к Татьяне, помогая моей энергии отстегнуть ей все каналы к интерферентам и их под ключиком на счет 3. 1, 2, 3, удар. Отлетают каналы. Открывая воронку в галактическое ядро, и каналы улетают на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо. Каналы, во всяком случае, мы уже отстегнули. Нам не хватает по-любому еще души. 7%. Татьяна, вы желаете вернуть свою душу назад? Конечно, желаю. Отлично. Этим намерением выстраивается прямой канал от Татьяны к частичкам ее души, где бы они находились. 1, 2, 3. И забираем по праву. Возвращается мощным потоком назад. Да, будет так, а так и есть. Но не одна копия, как кукла, а другая в пробирке душа. От копии возвращаются биоматериалы и часть души, и из пробирки идет ток. Отлично. Готово. Хорошо. Сканер, дай мне полноту души Татьяны на настоящий момент. 100%. Все сделали правильно. Все проверку прошли. Начинаю отпускать. Инкуб, здесь больше никто не нуждается в твоих услугах. Ты больше никогда не придешь к этой душе, если не хочешь находиться здесь второй раз в этой комнате диагностики. Все понятно? Понятно. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте инкуба. Забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатывая, растворяй. Готово. Хорошо, красный дракон. Контракт аннулирован. У тебя больше нет никакой связи с ней. Я хочу получить от тебя слово красного дракона, что ты больше никогда не придешь к этой душе. Даю слово. Готов уходить? Да. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте красного дракона. Забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатывая, растворяй. Готово. Лизард, тебя это тоже самое касается. Ты больше не придешь в это биополе. Все тебе понятно? Да. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте Лизарда. Забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатывая, растворяй. Готово. У нас бес остался. Бес хочет получить эмоциональный фантом. Хочет. Выходит эмоциональный фантом Татьяны, проецирует все негативные программы, негативные мыслеформы, а также все это низкое вибрационное, ей же сгенерированное, проецируется на ее эмоциональном фантоме. Фантом выходит. Ну, он вышел, фантом больной, трясущийся, серо-черного цвета. Татьяна, эти энергии вы сами сгенерировали, вы готовы с ними расстаться? Да, готова. Сворачиваете энергии в шар, забираешь бес? Да, забирает. Отправляю бесу. Есть. Хорошо, бес, ты больше в это биополе тоже не придешь. Тебе это понятно? Да, понятно, понятно. Я и сам идти хочу. Ну, в квартире. Синхронизация где-то мешает. Ну все, я это уже убрал, так что тебе сейчас ничего не мешает. Итак, открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте беса. Забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатывая, растворяй. Готово. Под клеткой, которую Татьяна принесла с собой, открывается воронка в галактическое ядро, и она уходит на переработку. Закрывая, печатывая, растворяй. Готово. И я прошу Ли выйти со мной на связь. Слушаю тебя. Приветствую еще раз, Ли. У меня здесь гуманоид Сириуса, 8 лет в биополе. Конструкция кольцо было на шее у нее, через которую он забирал эти энергии. Была подключка и на голове. Мы вернули 22% души. 2 копии было сделано. И все, наверное, все. Да. Забираем конструкцию, тоже забираем. Хорошо, благодарю тебя. Улики пригодятся. Конечно. Наверняка готово. Еще подключен. Так, клетка у нас пустая, да, Вера? Да. Тогда поехали по частотам. Переходим на частоту магическое воздействие. Если таковое, если было, оно проявляется. Фантом чей-то? А, здесь ситуация, я бы сказала. Это не магия, а здесь злость, ненависть. Женщина. И буква Н идет. Но это как ее фантом. И это очень давно было. Хорошо, эта женщина пробила ее защиту своей ненавистью, и она осталась фантомом. Здесь противостояние двух сторон. Понятно, хорошо. Вывожу эту тонкую копию из ее биополя. Этот фантом, вернее. Есть. Я не знаю, жива она, нет или нет. Открываю портал на чистоте. Эта копия возвращается назад на свою чистоту. Закрываю, печатаю, растворяй. Готово. Поехали дальше. Переходим на чистоту неупокоенные бесплотные души. Чисто. Переходим на чистоту бесплотные подселенцы. Здесь есть какие-то сущие. Сущие. Все сущие выходят, летят в клетку тюрьму. Но от нее исходили как бесовские вот такие всплески. А, вот там, так это сущие или это всплески?
Но они такими, как всплесками, но они живые передвигаются. Их четыре. И что нам с ними делать? Сбросить. В галактическое ядро, да? Да. Открываю под ними в портал в галактическое ядро, и все это уходит на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Это ее поведение спровоцировало, ее реакции спровоцировали вот такие сущие. Ну, дальше было бы хуже, конечно. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Татьяна, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Я свободна. Я благодарю вас за это. Во мне есть свет и радость. Во благо. Работайте над собой. Сделайте выводы из этого сеанса. После сеанса наш администратор перешлет вам рекомендации по заправке энергиями. Начинайте с отсутствием реакции на негатив. Не реагируйте на него. Измените свою реакцию, тем самым вы себя защищаете уже изнутри. Сбрасывайте каждый вечер негатив. Заправляйтесь энергиями. У нас есть обучающие видео на канале, где это все рассказывается, как это делать. Ставьте себе меркабу и будьте на позитиве. Это самое важное. Тогда эти сущности не будут иметь к вам доступа. Хорошо, мы закончили. Будем возвращать вас назад в вашу систему биоробот-душа. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Татьяны в ее систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Меркаба ей нужно не только на день, но и на ночь активировать и быть уверенной, что она защищена намерением, выставляя меркабу. Абсолютно верно. Отключаемся от объекта и поднимаемся в свою комнату диагностики. Пошел подъем.